это «Новости в форме», а с вами Александр Микульчик. Добрый вечер. В период с 27 по 30 сентября пройдет командно-штабное учение с органами управления территориальной обороны Витебской области. Цель – повысить профессиональные навыки личного состава в ходе выполнения задач по противодействию диверсионным группам противника и охране важных объектов в районе. Радио «Компас ФМ» расширила зону вещания. Теперь актуальную информацию о жизни вооруженных сил Беларуси, свежие новости страны и мира, качественную музыку можно услышать еще в Витебске и Могилеве. Напомним, что армейская радиостанция вещает столица на FM-волне 102.5. К онлайн-трансляции можно присоединиться, в том числе через приложение «Радиоплеер Беларусь». В Музее обороны Брестской крепости открылась выставка «Июль 1944-го. Ясное небо над Брестом». В экспозиции представлено 76 работ талантливых ребят из Брестской области в возрасте от 9 до 17 лет. Ознакомиться с конкурсными рисунками можно до 30 декабря текущего года. В Литве проходит мобилизационное учение на границе с Беларусью, в которых участвуют около 1000 госслужащих, чиновников и волонтеров. В ходе маневров отрабатываются вопросы проведения эвакуации местных жителей в безопасные районы в условиях кризисной ситуации. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе Dexden и в наших социальных сетях. До встречи!